Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Angry Birds 2. Приключения на Орлином острове. Давай попробуем поиграть, а? Че мы от этого теряем? Да абсолютно ничего, зато может быть мы что-нибудь сможем выиграть. Играем мы с вами... Ага, у нас Ред и Весельчаки. Окей. Так, погоди-ка секунду. Если я сделаю так, в принципе, я могу, наверное, сдуть... Давай попробуем. Опа! Сработало, да? Отлично. Так, первый этапчик у нас пройден. Пошли на второй. Так, погоди, а у меня что, остался только один весельчак? Серьезно, что ли? Ёлки ты палки. Как я? Слушай, если я подобью вон тот шарик, видишь, да? То, возможно, у нас все получится. Главное его подбить. Ой. Вот, вот. Хорошо-то как получилось. Ну что, я могу тебе сказать одно. Этот уровень мы прошли. Страйк, все дела. Ред, получилось. Уровень один пройден, это хорошо. Давайте тогда приступим ко второму. Если не ошибаюсь, мы с вами... Ага, заработали билетик. Ага, на башню удачи. Это, кстати, очень круто. Так, ну что, второй этап. У нас здесь... На каком? Между третьим и четвертым, да, получается, будут 500 радужных перьев. То есть любому мы можем их скинуть. Поехали. Как говорится, на горяченькую будем сразу бомбить, пока мы с вами в духе. Единственное, конечно, меня напрягает, что... Да как я вот... Вот скажи мне, пожалуйста, как я три эпизода должен буду пройти тремя... Ой, двумя птичками. Я ума не приложу. Хорошо, хорошо, здесь мы прошли, но у меня остается только лишь один Ред. Ну, если только накопить себе, да, энергии. Так, ладно, давай промотаем. Посмотрим, что у нас тут. Ну, вот смотри, и как? Тут еще снежки в меня бросают. Если я, предположим, сдую, а сдуть мне нужно, я даже не знаю, внизу, по идее, вон ту подпорку надо как-то. А мне кажется, что не подтянет. Ладно, поехали, рискнем. Да ладно тебе, ты специально, блин, попал в моего птенчика. Вот за серия. Он специально, ребята, своим снежком попал именно в него. Да, уровень не пройден. Здорово просто, я тебе скажу. Просто подстава самая настоящая. Так, что, меня сбрасывают, нет? А, попробовать снова через 5 минут. Хорошо. Попробуем. У нас с вами здесь есть сундучок. Давайте откроем, посмотрим, что мне выпадет. Ага, метелька. Метелька и одно яблочко. Окей. Мне этого пока хватит. Я рекламу смотреть не хочу сейчас. И давай-ка мы с тобой, наверное... Так, птенчик у меня накормлен. Бусинок у нас с вами жемчужин 95, поэтому шляп мы сегодня с вами не откроем. А вот сюжетку основную, конечно же, с удовольствием поиграем. И надеюсь, сегодня мы куда-нибудь с вами пройдем. Может быть, даже заработаем ключик. Если вы помните, мы с вами перешли на новую карту. Так что давайте ее изучать. Подарок получен от Назара Лабинец. Вот так вот, надеюсь, я правильно сказал. Ну что же, вот он ключик. Так что в ожидании птички. Ну а пока мы с вами на 121 миссии. Давайте приступать. А выберите заклинание, я возьму, пожалуй, метель. Метельку мы возьмем. Угу. Так, а что будет, если мы с тобой, предположим, вот сюда занырнем? Ага, я вон там появлюсь. Окей, попробуем, ребята. Опа! Вообще круто получилось, на самом деле. Очень круто. Давай, 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 ломайся, ломайся, ломайся. Вообще замечательно. Да еще и яблочко прихватил. Четыре эпизода здесь. Так, смотрим, что тут у нас творится. Еще музыка такая спокойная. Слушай, если мы вот сюда с тобой запустим весельчаков, это будет на самом деле классно. Ага. В принципе, все получилось. А вот... Ага, если сюда кто-то падает, он вылетает оттуда. И вот так вот, вот, смотри-ка. Смотри, что получилось. А если сюда падаешь, значит ты отсюда вылетаешь. Короче, они как бы в зацикленном
Видео работает. Хорошо, давай тогда мы с тобой, знаешь, что сделаем? Я попробую сейчас подорвать вот здесь вот. Есть, нормуль. Но вот этот свин все-таки выжил у нас. И это меня не радует абсолютно. А если я вот здесь вот подорвусь? Ну, блин, какая-то засада, ребят. На самом деле я думал, что этот тоже у нас взорвется, но до него не достала волна, поэтому вот так пришлось мне сделать. Хорошо, что Тернса мне вернули. У нас с вами третий эпизод. И здесь, слушай, довольно мило. Вот этот меня, конечно, немножко нервирует. Все, наверное, знают, кто это такой, что он делает. Ну-ка, давай его попробуем прибить. Вот. Очень хорошо получилось. Но опять же, друзья мои, опять же, один Гаврюша здесь все-таки остался в живых. И нам надо сделать что? Вот как-то так. Да. Волной мы его просто сбили. И у нас все хорошо получилось. Переходим с вами на последний эпизодик. Что это у нас тут за сосиски? Сосисоны. Если, предположим, я брошу сюда метель. Да. Я даже сам такого не ждал, если честно. Ну, а теперь остается только лишь, наверное, запустить сюда Тернса, да? И он здесь все, в принципе, разнесет. Должен. Конечно, хорошо получилось, но вот этот-то опять выжил. Мы сделаем с тобой, смотри, сейчас какую штуку. Опа! На-ка! Вот этим мне и нравится серебрянка, что у нее есть вот такой вот удар. Она летит, потом вот так вот делает круг. И вниз, как этот... Как камикадзе на истребителе. Ну что же, я получил яблочко. Ну, естественно, в лучшие игроки я не попал. Двигаемся далее. Так, я опять получил подарок от Ярика. Спасибо тебе большое, Ярослав. Мы переходим с вами на 22-ю миссию. И по прохождению ее мы зарабатываем с вами ключ. Ну что ты тут прыгаешь? Что ты тут... Эх ты кривляка маленький, а? Ты посмотри на него. Ну, дождется он у меня. Кстати, друзья мои, поздравляю всех с праздником 1 апреля. Разыгрывать вас не буду, а то мало ли что. Ну, а так всем желаю счастья, веселья, добра, всего самого наилучшего. Так как этот день у нас посвящен дню шуток. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой вот так вот сделаем. Опа! Нормуль, нормуль. Так, падай, давай, падай. Слушай, ну хорошо получилось, я тебе скажу. Очень хорошо. Вот единственное, что с этим проблема. Но если мы, например, сюда занырнем, вот так вот, да, мы же можем. Мы можем, смотри, что сделать. Сейчас, смотри, будет прикол. Опа, ой, а почему ты туда-то? Я вообще додумал, что ты туда полетишь. Эх ты, Матильда, обманула ты, Рычка, обманула. Лети. Но... Эх, все равно этот сидит в домике и довольный, а. Блин, а тут, ребята, 5 эпизодов, как-никак. 5 эпизодов. А ну-ка, если я вот так вот сейчас сделаю. Пробьем мы или нет? Да куда ж ты, господи, полетела-то, дурнуха. Да, надо было тогда изначально брать Тернса и давить это все к ядрине фени. А так я истратил сколько? 4 птички, 4. Ого. Ого, какая тут хитрая постройка. Ну, в принципе, верхняя мне не нужна. Там только лишь у нас золотая свинья. Или там кто-то прыгает. Нет, никого там нету. Ну, а здесь все, конечно же, будет намного просто. Потому что мы вот с тобой сейчас вот так вот сделаем. Ребят, вот это я... Вот кто нужен. Конечно же. Мои родные весельчаки. Да вы издеваетесь, что ли, надо мной, а? Ну, вы издеваетесь, что ли? Ну, как вот этот вот хмырь... Мелкий, ну мог выжить, ну серьезно что ли, а? Давай, чек, бомби его в конце концов. Это лишь только третий эпизод, а у меня уже и птичек не осталось. Чем я тут буду бомбиться, драться? Опять этот со снежками, а, хламон здесь. Если я, предположим, сделаю вот так вот. Это глупо, наверное, будет. И не целесообразно. Давай мы, наверное, с тобой. Да я даже не знаю, как сделать-то. Если я там взорву. Попытка не пытка, поехали. Отличненько, я тебе скажу, получилось. Конечно, повреждений не так много, как и хотел. Но теперь мне будет проще вот эту вот штуку
разнести. Этот пузырь хорош тем, что он может толкать предметы, но он легкий, он не может наносить колоссальные разрушения. Поэтому, ребята, у меня сейчас с птичками будет большая-большая проблема. У меня остается лишь только весельчаки, да, и заморозка. Так, подожди. Берем весельчака. Нет. Давай-ка мы тогда заморозим здесь все. Может, упадут? Давай, катись. Ага. Жалко, что вот это вот... О, у меня чак. У меня вернулся чак. Так, ну, а теперь вот тут вот все взрываем. Ребят, последний эпизод, и у меня одна птичка. И это чак. И тут постройки такие мне выдали. Молодцы, красавцы, что тут скажешь. Ё-моё, как я тут должен, извини меня. Ну вот как я здесь должен пробивать, я не знаю, ребят. Это специально, да? Вот это было специально. Ладно, хорошо, давайте посмотрим рекламу. Может быть, дадут мне бомбы или еще кого-нибудь. Покажите. Блин, мне дали, ребят, серебрянку. Ну, в принципе, если ударить вот сюда, вот сюда вот, это все должно рухнуть. Попытаемся. Попытаемся с тобой это замутить. Эй, что за... Какого лешего у меня зависло-то все? Блин! Трындец. Да, ребята, мне придется переигрывать. Я не понимаю, с какого вдруг перепуга, блин, зависло. Я хотел ее вот здесь вот, а у меня сработало вот здесь. Блин. Ладно, я потерял одно сердечко. Еще раз, конечно же. Все, я сейчас буду... Во-первых, мне нужно взять побольше заклинаний, потому что я, ну, лопухнулся, скажем так, если честно, да? Не взяв их с собой. Сейчас все, мы с вами это дело исправим. Ну, а что вы хотели, ребят? Изначально все, конечно, было просто и легко. Но, как вы должны понимать, чем дальше мы с вами проходим, тем сложнее у нас уровни. Вау, как сейчас солидно-то получим. Серебрянка просто своим вот этим вот кувырком подбила верхние вот эти постройки, которые аж прям взлетели. Я даже сам немножко не ожидал такого эффекта, но мне понравилось, очень понравилось. И здесь мы с вами просто сейчас раздавим все эти постройки. Вот так вот. И Тернса мне вернули. Это хорошо, друзья мои, двигаемся с вами дальше. Двигаемся с вами дальше и смотрим, что у нас тут. Так, у меня есть Ред, это прекрасный птенчик, Ред. Но только куда мне его использовать? Если я сюда занырну... Ну вот, прям во взрывчатку давай попробуем. Отлично. Очень, кстати, хорошо получилось. А если я вызову уточек? Там, видишь, взрывчатка? Главное, чтобы в нее попали. Да блин, они надувные, что ли? Они вообще не наносят урон. Они могут просто слегка так сдвинуть постройки, и все, и не более. Ну, давай. Надеюсь, Матильда, ты сможешь вот сюда вот бросить свою... Да! Свою бомбочку-яйцо. И у нас, слава богу, получилось. Так, третий эпизод. Птичек пока достаточно. Так, а вот здесь весельчаки нужны. Здесь нужны мои родные весельчаки. Так, ты достал же своими снежками. Блин, ну я на самом деле думал, что будет лучше. Хотя, погоди. Нет. Если я применю перчик... Куда он? Давай только вот не на этого. Вот, хотя бы здесь. Тут взрывчатки много, да. Конечно, жалко тратить птичку на одного какого-то, как говорится, свинотника. Ну, ничего, с этим не поделаешь. Оки-доки, мы переходим с вами на четвертый эпизодик. Давайте, родные мои. Я просто жажду получить ключик. Ну, вы понимаете, да? Если я сделаю здесь большие головы, а я их сделаю. Смотри, сейчас будет что. Ну, да как так-то? Ну как так-то? Как и этот выжил, ах ты. Ну что, сносим тогда с вами все это к ядрене фене здесь. Такая физиономия у свинов. Глаза по 5 рублей. Ну что же, у нас последний эпизод на этой миссии. И у нас, ох, какое все здесь. Если я толкану... Нет, мы, наверное, с тобой лучше сделаем немножко по-другому. Во-первых, бомб делает вот так вот. Взрывает тут все к ядрене фени. А вот эту постройку я хочу вот так, ребята. Вот так хочу сделать. Бумс!
Просто сложилось как, ну, как карточный домик. И, как вы понимаете, победа птиц. Конечно же, конечно же. На 3 звездочки. Ура! Я вас поздравляю. Я получаю яблоко, и, соответственно, сейчас мы с вами получим ключ. И вот оно, долгожданное времечко, когда... Да иди ты, господи, своим этим. Давай, давай, Ред, хватай ключик. Ну что же, вот он. И кого же мы с вами откроем? А у нас остается только лишь одна птичка. Это вот этот вот попугай. Насколько я помню, это у нас попугай-бумеранг. Давайте посмотрим, как он действует, потому что я им еще не играл. Ага. И самое удивительное, что мне не дают этого бумеранга использовать даже. Ладно, Тернс, давай. Я думаю, что сейчас ты там все раздавишь и без всяких бумерангов. Да ладно тебе. Ты что, серьезно, что ли, Тернс? Ты серьезно, что ли? Ну вот, вот мне дали сейчас бумеранга. И как это будет происходить все? Например, мы его выпускаем. Да ну, как-то кисло. Как-то кисло он сработал, если честно. Друзья мои, может быть, конечно, я еще его нехорошо испробовал. Давай попробуем вот так вот сделать. Жесть. Что тут происходит? Ребят, почему мои птички меня подводят, а? Ну, наконец, хоть это не подвела Матильда. Давай, давай. Я удивлю... А, нет. Я был бы сейчас немножко в шоке, если бы они выжили бы, понимаешь? В общем, короче, бумеранга у меня не получилось хорошо проверить. Не понравилось мне. Ладно, посмотрим дальше. Так, хулиган мне отправил гемчик. Спасибо тебе большое, хулиган. Ну, а мы с вами переходим на... Ага, переходим. Мы с вами на 123 миссии. Куда мы с вами переходим? Мы должны ее пройти вначале. Так что давай попробуем. Взять, не взять, взять, не взять. Не буду я ничего брать. Опять, наверное, делаю большую ошибку. И у нас здесь... Вот сейчас, наверное, стоит как раз и проверить. Он, говорят, возвращается обратно, да? Ах, вот, вот как он делает. Слушай, ну, если нам что-то надо, например, сзади вот облететь и бомбануть, как бы, сзади этих свинюшек, то бумеранг, в принципе, очень хорошо к этому делу подходит. Если... Нет, это фигня получается. Я сюда сброшу бомбочку, да, и ничего это не решит. Нам здесь нужен наш громила Терренс. Дыдыч! Да, вот так вот мы вернули с вами попугая. Как его увеличать-то хоть этого попугайчика-то? Хоть бы сказали бы. И теперь мы с тобой подобить должны... вон там вон подпорочки все видят, наверное, их, да? Вот так вот. Да-да-да-да-да-да-да. Именно. А этот-то хламон выжил. Тут 5 эпизодов все-таки. Ну давай, Матильда. Бомби. Отлично. Переходим с вами на второй эпизодик. 3 птички, к сожалению, мы с вами потратили. Одну, правда, вернули. Ну вот как вот здесь вот. Ну ты посмотри, и тут стоит, и тут, и я не знаю, ребят. Поможет ли мне здесь бумеранг? Как-то я... Ну давай попробуем, давай попробуем. Что ты? Честно говоря, плохо сработал бумеранг. Я не так себе это все представлял. Есть! Ну неужели бомб? Один бомб здесь натворил таких делов, что бумеранг просто померк в моих глазах. Ага, вот здесь бы хорошо было бы Чака взять. Но его нету, да? Его нету. Значит, следующее, что мы с тобой можем сделать? Если я... толкну здесь подпорку, это все полетит. Мне надо как-то туда все это, конечно, завалить. Завалить. Смущаюсь я. А, нет, эти весельчаки, это не то. Ладно, давай попробуем. Попробуем здесь сбить с тобой подпорку. Да как так-то? Я сам виноват, ребят. Я виноват сам. Поехали тогда попробуем. Вот, вот, вот это я понимаю, вот это было хорошо. Но все равно. Ну, скатится, нет, не скатился.
Так, если я, предположим, возьму нашу серебрянку. Если мы попробуем вот здесь вот звездануть. Да, вы поняли, да? Друзья мои, по-моему, фейлом тут попахивает. Фейлом Вот заметь, как только я не беру никакую с собой магию, у нас почему-то с вами ни шиша не получается. И обязательно хоть один ханорик, но выживет. Вот как вот мне теперь его доставать? Вот объясни мне. Ведь это нереально. Это нереально его там достать. Выжил. Просто выжил. Слушай, я даже птичку не буду сейчас разыгрывать. Я просто сдаюсь. И лучше мы начнем заново. Выбираем заклинание. На этот раз я возьму, наверное, метельку и перец. Я не хочу их тратить, понимаешь? Но они меня вынуждают. Они делают так, чтобы я не прошел просто эти уровни. Ну что, тут Матильда должна у нас работать. Но, в принципе, неплохо. Для нее это было неплохо сыграно, поверь мне. Этот, конечно, ханорик меня там раздражает. Он, наверное, меня подобьет, мне кажется. Хотя нифига у него не получилось. Но опять же обидно, да, когда вот у тебя остается вот такой вот говрюша в живых. И на него приходится просто тратить птичку. Ладно, проехали. Идем с вами на второй эпизод, смотрим, что здесь. Ну, тут, например, можно было бы бомба запулить. Вот сюда куда-нибудь его бросить. Вот так вот. Ну, он хорош, на самом деле бомб хорош, тут не поспоришь. Третий эпизод. Так, ненавижу вот этих вот свиней с зонтиками. Ну что, если я здесь подобью, да? Если я здесь подобью, это все упадет. Ты серьезно сейчас? Вот ты сейчас серьезно? Так. Заморозка. Ага, выжил, да? Ну ладно, ладно. Ты выжил, да, я так понял. Ну, бродяга, берегись. Хорошо, что мне их обратно дали. Если я... Нет, мы возьмем с тобой лучше бумеранг. Бумеранг. Мне надо понять, как он работает, если честно. Так, так, так. А, он прошибает все, что ли, получается? Или... Да вы издеваетесь, что ли? Ну, серьезно, ну как... Как один ханурик может выжить? Да, сложно, ребята, очень сложно. Сейчас пошли миссии. Так, четвертый эпизод, смотрим. Здесь выпускаем весельчаков. Вот так вот. Неплохие погромы мы тут с собой строили. И остается вон там, вон наверху. Я думаю, что мы его подобьем Матильдой. Вот так вот. И на последнем эпизоде смотрим, что нас тут поджидает. Ага. Я могу, в принципе, наверное, это все сделать Торнусом. Хотя вряд ли я все здесь сделаю Торнусом. Мы можем с тобой вот так вот. Взрыв сейчас будет еще. Плохенько, если честно, плохенько. Так, вон туда вон, нам надо взорвать. Все. Ну, а с этими что мы будем делать? Наверное, пробивать их. Да иди ты в пень, ты ёпрасота, ты что ты делаешь, блин? Раз. Ты вот сейчас ты серьезно, блин? Вот ты сейчас серьезно вот это вот делаешь мне? Так. Придется смотреть. И дают мне, ну ладно, ладно, Реда дали. Ред, давай, прям вот, прям просто бомби его и все. Уничтожай его. Фух. Отлично. Да, ребята, тяжело было, но, тем не менее, прошли новый рекорд. Почти 9 лямов. Ничего себе. Ну что, двигаемся дальше с вами. Так, хулиган. Ух ты, мне перчик достался. 124-я миссия нас ждет. Между 127 и 128 у нас будет с вами сундук. А на 130, конечно же, ждет нас босс, с которым тоже придется попыхтеть. Возьму уточек. Угу. Ты посмотри. Ну ты посмотри, какой здесь вот
Устроили мне. Вот как вот сюда я должен тебе, по-твоему, пробиться? Ну, возьмем, например, бомба, так уж и быть. Возьмем бомба, да? Ой, Терренса, какой бомб? Терренса. Ах, вот как он. Он отсюда, оказывается, вылетел. Вот вы специально, да? Вот вы специально делаете, даете шанс на выживание этим ханорикам, а? Почему Чака мне вернули? Я не хочу, чтобы мне Чак возвращался. Этот спит на шарике, как-то умудрился уснуть, ты представляешь? Если я, например, вот так вот покачусь туда. Не смогли даже вот этого задеть, ты понимаешь? А если бомб? Бомб туда залетает. И все равно один выживает. Я его смогу, как думаешь, вот так вот подбить? Да ё-моёшечки-то. Давай использовать уточек. Ну, хоть одна задела, но неужели? Друзья мои, ну, несмотря на это, у нас все-таки здесь 4 эпизода. Может быть, как-нибудь все-таки пройдем. Каким-нибудь махарам. Тут весельчаки, это однозначно. Тут к бабке не ходи. Так. Давай, всех. Вот, отлично, шикарно. Едем дальше, смотрим. Так, здесь, конечно, Чак бы нам хорошо зашел бы. А Чака нету. А Чака у нас нету. А если я возьму... возьму вот этого бумеранга? Слушай, неплохо. Неплохо, на самом деле. И здесь вот нам понадобятся весельчаки. Они должны справиться, друзья мои. Они должны справиться. Практически справились. Один вот этот хлопчик остался. Ну что его, как его нагреть? Как-то вот так вот попробуем сейчас с Редом. Ай, Ред не долетел. Да екало манешечки. Серебрянка. Бредятина полнейшая, просто бредятина. А чё мне дали перец? Это на последнем, ребята, эпизоде. Кстати, напишите мне в комментариях, друзья мои, стоит ли мне вырезать неудавшиеся моменты или оставлять все как есть. Ну что, я тут на одном персе сыграю, что ли, очень офигенно? Нет, конечно. Абсолютно плохо сыграно. Не, ну так, конечно, нет, так, конечно, очень козырно получилось. Но ты посмотри, вот эта фигня на него сейчас ударилась. И он выжил, как он выжил, я ума не приложу. Че, будем пробовать, да? Давай посмотрим, кого дали мне. Дали мне Реда. Если я вот это как-то столкну сюда, это полетит все сюда. В наших интересах, друзья мои, вот так вот сделать. Ну, побольше. Ну что опять за зависание? Ай-яй-яй-яй-яй, не хватило. Почему такой сильный, крепкий лед, который не уничтожается? Он, по идее, хрупкий. Это лед или стекло, я не знаю. В общем, друзья мои, опять у меня неудачная попытка. Опять, ты понимаешь? Мне придется еще раз играть. А сердечек-то у нас все меньше и меньше. Осталось всего лишь 2. Я еще до босса не дошел. Давай возьмем с тобой вот это вот заклинание. Шпроты, так скажем, да? Все, поехали. Смотрим. Смотрим внимательно. И если я вот сюда вот, куда я... Ага, я сверху появляюсь, да? А нужно ли мне появляться? Ну, по идее, как бы нужно. Только рухнуло все это не туда, куда нужно. А знаешь почему? Потому что мне надо вот это все было толкать сюда, и это вылетело бы вот... Ой, глупости опять делаю я. Ну! А что так хиленько-то? Давай туда, вот. Почему-то как-то хиленько ударяет, если честно, друзья мои. Мне не понравилось. Ну чё, запустим нашего бумеранга. Ох, ничего себе, он там полетел куда. Еще ржут, противно так ржут, если честно. Давай-ка, наверное, закинем туда бомба. Да, у него все великолепно получается. И мне возвращают птичку-бумеранг. Ладно, хорошо, второй эпизод. Вот так он у нас выглядит. Я, наверное, не знаю, ребята, может быть, шпроты использовать или поберечь их еще.
Не, давай используем. Пускай все это сдует. Вау, орел, да? Может быть, еще и карту вернем себе. Да. Кого? Уточки? Зачем уточки-то мне? Господи, уточки мне не нужны. Уточки — это ерунда. Так, ну что здесь у нас? Здесь у нас очень хорошо сработать должен Чак. Ну, падай ты, в конце концов. Ну, друзья, ну это вот, вот как это можно назвать, а? Ну как это вот можно назвать, блин, я не знаю, ребят. Давай, падай. И теперь остается вон то он. Сие творение подбить. Если я, например, занырну сюда. Хотя бы так. Ну вот один паршивец все-таки выжил. Я попробую его уточками бомбануть. Упал. Упал. Хоть где-то у нас сработало как надо. Ну что же, последний эпизод. И у меня сколько там птичек? По-моему, достаточно, да? Для того, чтобы разобраться здесь. Ну как сказать, достаточно. Не совсем достаточно, но все-таки. Если я сюда занырну, я... Подожди-ка, а если мы с тобой... А если мы с тобой сделаем вот так вот? Запускаем бумеранга и возвращаем его обратно, да? Да чтоб тебе, он ударился в эту фигню и все, блин! Да неужели хоть что-то, хоть где-то нам повезло? Ну? Так и будешь по кругу? Понятно, короче, с тобой все. Так, здесь что мы с тобой можем сделать? Вот так вот, да? Оки-доки. Меня это вполне устраивает. И остается последняя вон там постройка. Ну давай, Терренс. Да какого же лешего ты так пролетел-то высоко? Друзья, последняя свинья осталась. И что-то мне подсказывает, что... Хотя погоди-ка. На, да как? А, вот, все упало. Блин, я думал, что она просто по взрывчатке ударит, и будет взрыв, и эта свинья погибнет. Но нам просто сейчас вот опять же повезло. Ребят, чисто случайно. Что эта свинья, как говорится, упала. И я, неужели я в лучшие игроки влез на третьем месте? Это мне льстит. Ну, а мы поехали дальше. Но знаешь, что меня на самом деле интересует? Меня интересует, как мне обратно взять в мою команду... Например, моего пузыря. Как это сделать? Где у нас выбор моей команды? Вот покажите мне, пожалуйста. Я не хочу просто, если честно, играть бумерангом. Не хочу. Я попробовал, ну, там нужна точность, мне кажется, так. Траектории полета и все тому подобное. По мне так кажется, пузырь будет выгоднее. Так, давай-ка посмотрим, как у нас... Да ёпрсоте, ну хватит уже. Как мне его выбрать? Так, здесь у нас стандартные птицы, да? Хм, подожди-ка, а где же у нас... Что у нас здесь с вами? Подвиги? Давай заберем сундук. Выберем. Отлично, нам достаются большие головы, да? Три штуки причем. Это хорошо. Так, Чак получает уровень. Это тоже классно. Так, ну тут мы с тобой забрали... Как мне сделать? Может быть, это вот тут делается? Нет, это не тут. Странно, странно, конечно. Я не могу поменять в своей команде расстановку. Почему? Непонятно. Давай сундук с тобой возьмем. Бесплатно. Опа-на, еще один перчик нам достается. Это уже хорошо. Так, перчик — это замечательно. Конечно, лучше шпроты, но они очень редко выпадают. Может быть, здесь нет. Здесь это все не то. Ребят, я не знаю, если честно, где меняется у нас расстановка наших птичек. Если честно, меня это немножечко как бы напрягает. Потому что бумеранг, ну, не так хорош. Не так хорош, как хотелось бы мне. Ладно, поехали. Так, у нас с вами 125-й. Уровень, 125 уровень уже, ты прикинь. Так, у нас выпало с вами, вот. Давай возьмем с тобой большие головы и больше ничего трогать пока не будем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть эпизодов. Шесть! Это, ребята, уже не шутки, шесть эпизодов все-таки.
Если я возьму бомба, пролетим над гнездом кукушки и взорвемся там, это будет хорошо? Это было очень хорошо, на самом деле. Вот теперь только сижу и думаю, как бы мне вот этих хохломонов побить. Здесь нам может помочь наш Ред. Так, он сдул. Но этот-то Гаврюша остался в живых. Ты понимаешь? Или нет? Нет, он упал. Он упал. Все-таки соскользнул с шарика. Хорошо, одной птичкой мы здесь обошлись. Но здесь 6 эпизодов, не забывай. То есть на каждый эпизод нам нужно сохранять по птичке, да? Так, вот тут, конечно, хитро все придумано. Ну что, если я, например... Я даже не знаю, если честно, с кого начать и как начать. Поехали, попробуем. Ну? Да как ты устояла? Вот эта вот постройка может устоять. Она стоит на какой-то подпорочке, тут колесико. Нет, она взяла и устояла. Предположим, сделаем с вами еще один хитрый маневр. Хитрейший просто. Слава богу, сработал. Не на 100%, конечно, но он сработал. Угу. И давай мы сделаем с тобой большие головы. Так уж и быть. Скатится? Ну что, серьезно что ли? Вот серьезно что ли, устоял? Он устоял. Ну, придется его немножко подтолкнуть тогда. Ты издеваешься надо мной сейчас, что ли? Я не понял. Еще так ровненько встала. Офигеть. Офигеть, друзья мои. Это только лишь второй эпизод был. Еще 4 впереди. Птичек нету. Как быть, ума не приложу. Тут шариков куча. В шариках еще свиньи сидят. Ё-моёшечки. И как? Вот так вот, наверное, нам надо как-то полететь. Я не знаю. Как-то вот так вот. Попробуем. Так, секунду. По идее, отсюда должно было что-то упасть, но почему-то ничего не упало. Как думаешь, они пробьют эти шарики? Пробили. Слишком мало мы с вами наносим повреждения, поэтому птичек нам ни шиша не дают с вами. Большие головы. Давай попробуем. Так, ладно. Теперь проблема в следующем. Как вот этого достать? Как вот этого мне достать? Бомбам? Ну, давай попробуем бомбам. Как-то так. Предпоследний эпизодик у нас. Птичек практически нету. Я не заработал еще. Блин. Паршивое все, конечно, это тут дело. Если мы вот так вот с собой полетим. Попробуем. Неплохо было бы, если бы ты вот это вот задел бы, было бы вообще... Ну? Хотя, подожди. Все отлично. Все отлично у нас получилось. Дополнительную карту мне дали бомба. Вот это хорошо. Вот это вот отлично. Так, ну что, смотрим здесь. Как специально какие-то постройки выдумывают. Прям на ходу. Ну что, вот как я здесь буду? Ну... И это мне надо как-то вот туда вот упасть. Попробуем. Ну? Ну? Да вы... Слушай, подожди, а как же мне его... Боюсь, он врежется. Блин, врежешься или нет? Отлично! Ох, елки-палки. Я рисковал, если честно, ребят. Очень сильно. Сундук. И выпадает 750 перьев. Это у нас на Стеллу, да? А, это на весельчаков, окей. В троечку зашел, удачно-то как. Поехали далее. Двигаемся с вами на 126-ю миссию. Ну что там опять за прогрузки идут? Опять вы все это просчитываете. Как же вы меня заколупали вот этим вот. Вложить вам денег. Не буду я никому ничего влаживать. Поехали. Ух, сейчас, ребятушки, мы с вами здесь зададим жару, надеюсь. Я также возьму еще раз заклинание «Большие головы». И смотрим, так, смотри. Если мы вот это вот все дело столкнем сюда, это полетит сюда. Значит, мы берем с тобой Реда и сдуваем это все именно сюда.
Блин, ну если честно, я думал, что будет, ну, как бы посерьезнее такой вот вылет. Ну, как видишь, ничего не получилось. Берем тогда с вами большие головы. Ну, раздавите вы эту свинью, блин, своим весом. У вас там так... столько висит всего, и они не могут раздавить. Ну, ты прикинь, а. Но... бред какой-то. Ну, это просто бред, друзья. На-ка. Птичку мне верните. Вот так вот. Тут сколько у нас? 5 эпизодов. Терпимо еще. Вот больше всего не люблю, когда, ребята, вот много построек, и они все в разных вот сторонах по независимой. И вот этот вот меня бумеранг не очень устраивает здесь, если честно. Давай попробуем, знаешь, осуществить мечту нашу. Вот так вот я его запускаю. А вот тут вот возвращаю. Смех на палке. Смех на палке, ребята. Бум. Окей. Есть! Неужели? Смачно. Ну что, третий эпизод нас уже ждет. Так, если мы сюда заныриваем, мы оттуда вылетаем. Так получается? Так. Ну, мы сделаем с собой немножко по-другому. Вот так вот. Ну! Камушки, давайте толкните. Толкнули. Придется нам, наверное, так сделать с тобой. Даже... ну... ребят, вам не кажется, что это уже, ну, сделано специально? Вот серьезно говорю. Это уже все сделано специально, чтобы ты фиг прошел. Ну что мне это дает? У меня... а, ну 4 птицы, ладно, хорошо. 4 птицы, 2 эпизода впереди. Дальше, смотри. Господи, если я сюда ударю, это должно упасть вниз как-то. Как-то их должно раздавить. Попытка не пытка, погнали. Ну? Ну? Один гаврик там выжил все-таки. Один гаврик там выжил. Мы запускаем сюда бомба, делаем взрыв. Сделали взрыв. И у меня еще остается очень мало птичек. Если мы полетим Матильдой, сможет ли Матильда выпустить свою бомбочку? Выпустила она бомбочку, выпустила. Только толку-то от нее, блин. Ну и как? Вот как? Вот не хватает, друзья мои, мне моего пузыря. Вот хоть ты, вот хоть что говори, хоть что делай, пузыря мне не хватает. Я не смогу его достать. Мне его никак не достать. Видишь, он того внизу, Гаврюшу. Нет, не получится. Что бы я тут не выдумал, что бы я тут не выделал, не получится. Я, короче, фейлюсь, ребят. Бред какой-то. Если мне сейчас не дадут типа бомбы или еще что-нибудь, то это фейл. Ага, мне дали бомб. Слушай, ну смотри, я подумал-то, что я думал, мы с вами на последнем эпизоде. Далеко не на последнем, поэтому, грубо говоря, ничего толком у нас с вами не поменяется. Даже если каким-то чудом здесь взорвусь. Слились, короче, мы с вами. Сколько у меня там сердечек-то осталось? Покажите, пожалуйста. 2. Поехали, будем переигрывать. Иногда кажется, что надо взять какую-нибудь хорошую магию с собой. Ну, давай возьмем головы большие и уточки. Уточки — это самое бесполезное, мне кажется. Так, ну что, пробуем. Пробуем с тобой. Вот я хочу прям вот туда залететь, прям в кучу в эту вот. Вот так вот. Здесь у нас просто шикарно все получилось. Тут что у нас вот за... за постройки? Если я, например, запускаю бумеранг, я до сих пор не могу врубиться, как он точно работает. То есть, если он врезался, все, он уже не сможет, да, обратно, я понял. В холостую просто истратил его.
Так, я и понял. Если мы здесь с тобой пробьем. Вернули мне Чака. И применяем уточек. Должны как раз эти уточки этих больших свиней подбить. Да. Разрушение, больше разрушений, чтобы мне дали энергии. Не дают. Недостойны я птички, по их мнению. Хорошо, третий эпизод. Смотрим, друзья мои, что у нас тут такого прекрасного, хорошего. Тут нам нужна однозначно серебрянка с вами. Однозначно. Попробуем. Ну? Ну? Да ладно, здесь хоть наконец-то упала. Блин, я не знаю, как это назвать, друзья. Это чистой воды издевательство, ты понимаешь? Ну, чистейшей воды издевательство. Ну, как эта фигня упала и устояла? Чем вот ты... Вот мне придется бомба тратить, ты понимаешь? Мне придется тратить бомба для того, чтобы взорваться рядом с ним. Вот так вот. А бомб, он бы мне пригодился, поверь мне, в другой какой-нибудь миссии. Что тут они начудили? Если я, например, полечу сюда, да? Хотя, подожди. Тут-то как раз весельчаки-то пригодятся. Да ну нафиг, хорош. Ну хорош, блин. Да. А тут, если я во взрывчатку попаду... Окей, хорошо. Блин, ну мне не нравится, ребят, бумеранг, я не знаю. Как вот, а дальше-то как? Если я сюда занырну. А, это же опять этот уровень. Где мой Тернс? Если я туда полечу, да, например, скину яйцо. Фигня получается. Или не фигня? Я ведь врежусь, по-моему, да? Я не знаю, как мне быть. Ладушки, здесь отыграли. Но вот здесь как мне быть? Тернсом, что ли? Если, например, Тернс. Но он не заденет. А так. А так он пролетит. Он не скатится, да, потихоньку? Ведь он не сможет. Вот тебе и незадача вся. Вот тебе и незадача. Давай, я рискую, ребят. Фу ты, риск оправдал мои ожидания. И у нас с вами последний эпизод. Сколько у меня там птичек-то осталось? Мало. Очень мало. Если я, например... Это куда у нас идет? Ага, тут лучше, конечно, нам применять. А Чака нету. То есть нам нужно подбить этого. И вот здесь, да? Ладно, здесь мы с тобой воспользуемся, наверное, все-таки... Вот, вот нижний нам надо подбить с собой подпорки, по идее. Во. Отлично, разбили. Нет, 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 скатись отсюда. Вот, все, хорошо. Так, а здесь вот уже попробуем просто с собой. Вы сейчас серьезно, что ли? Вы вот сейчас, блин, серьезно делаете это все? Фу ты. Нет, ребят, надо этого попугая к ядрене фене менять. Извини, лучше или Стеллу. Или как его? Или Пузыря. Ну, не попугая. Я еще даже в тройку лидеров зашел. Поехали. Я вот уже стал сомневаться, а хватит ли мне сердечек дойти до босса. Потому что здесь усиленный уровень. Видишь, кости и черепки. Ну что же, давай возьмем тогда, наверное, побольше магии. Побольше заклинаний. Возьмем большие головы. Возьму я перчик сюда и возьму метельку. Ой-ой-ой-ой, что они тут? Что они тут мне вытворяют? Ну что, Чак, испытаем нас на прочность. Нет, ну, в принципе, я доволен, как Чак сделал. Все классно, но... Метельку выпустим. Самое удивительное, почему-то этот шарик не замерз. Друзья мои, почему он не замерз? Кто мне скажет? Иди, роднулька. Мне придется с тобой пожертвовать, конечно же, придется.
Так, второй эпизодик. Что-то мне уже не нравится это все дело. Тут, наверное, мы с тобой возьмем Терренса, да, и вот так вот просто пробьем все это дело. Ну! Вот какого лешего? Давай, давай, перец. Применяем перец. Взорвись хорошенько только. Все заклинания, что я взял, просто профукал. Все. Но зато сохранил птичек. Ладно, давай посмотрим. Тут сверху вот это, да, все. То есть мне надо... Я тебе сейчас дам бэньк. Сейчас дам такой бэньк. Мне надо вот это вот все... Это вот, я не знаю, вот так вот прорезать, так скажем. Ё-моё, ничего себе. Ничего себе. Чак сейчас просто был в ударе на самом деле. Он так прорезал классно, что мама не горюй. Но вот этот вот ханорик умудрился выжить, представляешь? Вот этот вот выжил. И это меня бесит. И как думаешь, я его смогу вот отсюда достать? Ну, проверим. Да. Да-да-да, весельчаки его достали. С потрошками, так сказать. Ну, что здесь у нас? Придумки. Ну, во-первых, попробуем метель. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну! Вот это вот на ладном дышит. Что это там за... Что это за... Надувает кто-то шарики. Так, ладно, хорошо. Если я, например, вот это вот все дело сдую. А сдую ли я? Окей, окей, окей. Он выжил? Вот это вот. Взрываем, ребята. Окей, хорошо, что мне вернули бомбу. Вот это классно. Так, вот эту вот попугайку я трачу. Даже не буду, ребята, использовать его. Вот этот вот эффект бумеранга. Не знаю, напишите мне свои, как говорится, комментарии по поводу этой птички. Зачетная она или нет? Или я просто не получается у меня ей играть? Ну, а что у нас тут? Так, 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 начало тут ломаться. А этот, смотри-ка, как-то умудрился выжить все-таки. Этот как-то умудрился выжить. Если я залечу сюда, я могу сломать. А я и буду ломать. Вот это все дело. Окей. Ну, а здесь, скорее всего, нам просто легче подорвать все. Да, вот так вот. Поверь мне, вот этот уровень мне показался намного проще. Ну, если, конечно, не считать в расчет, что я набрал с собой магии целый арсенал. Я даже на втором месте. Ты что, ёлки, на втором месте. Я лучший игрок после Ярослава. Я просто к чему тебе говорю. Сейчас мы с вами всю магию потратим. А когда я... Начнутся самые сложные уровни, да? Я буду кусать локти, потому что у меня не будет ничего. Ага, отлично. У меня что, Ред уже 40 уровень имеет? Тут на самом деле круто. Дай-ка я посмотрю что-нибудь здесь. Может быть, у нас есть какие-нибудь награды. Может быть, гемчики где-то заработаем с тобой. Что постоянно коннектится-то? Я не могу понять, у меня все нормально, что-то там. Лихорадка Ленард. Ребят, вот видите, почему вы спрашивали, почему я называю Ленард? Вот Ленард, хотя на самом деле вы сказали, что его звать Леонард. Видимо, здесь они опечатались. Нужно открыть Леонарда. Так он у меня открыт. Так, в течение этого события птичья сила персонажа будет втрое. Ну-ка, дай-ка я гляну одним глазком. А где? Куда? Что? А, то есть, если мы с вами будем применять Леонарда, да? То у него будет сила втрое. Ну, а как мне его поменять? Вот как, ребята, вот оказывается как. Слушай, Леонард, это же крутой чувак. Ну, ну пузырь же лучше. А Леонард плюется, а этот лучше. А, была не была, я возьму. Я возьму нашего маленького. И, кстати, мы можем с тобой что сделать? Заменить, например, весельчаков. Ведь я могу... А, нет... Я могу только заменить одного из птенчиков. А это у меня как основной состав идет.
Печалька. Я, ребята, как-нибудь хочу, знаете, что сделать? Вот мы играем с вами, ну, в основную компашку, да? Как-нибудь хочу сходить, например, в Колизей подраться, по-ПВПшиться. Я думаю, вы были тоже не против. Но это надо делать отдельные серии. Так, супер выходные, супер серии. Турнир окончил, я занял 10-е место. И что мне за это полагается? Абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Ну, давай, наверное, один разок сыграем. Лига Ваниль. Лига Ваниль. Что, всего два боя? Оу, тихо. Так, у меня, ребята, Типси Глидер против меня. Слушай, птички у него такие. Ё-моё. Ну, видно, что у парня рогаточка будет здоров, да? Смотри, 23 уровень. Соответственно, он будет покруче, чем я. Ну, я-то парень северный, я в шапке-ушанке, поэтому в бой. Я просто хочу посмотреть, друзья, что у нас из этого получится. А, я могу заклинание взять. Давай я возьму перчик и вот так вот. Ну что же. Кто кого, как говорится, да? Я не могу понять, это притягивает, что ли, или что они там делают? Давай начнем вот так вот. Вау. Ё-моё, вот это разруха. И все равно он меня по очкам переплюнул, да? Ты посмотри. У меня, окей, у меня тут закончилось все. Едем дальше. Ох, ё, просто как тут все. Если мы возьмем, подобьем здесь. Упадет или нет? Должно, по идее, упасть. Ну, накорняйся. Окей, окей. Шикарно. Так, если я применяю теперь заморозку. Так, тут у нас все лопнуло к ядрине фени. Он меня, ребята, опережает с офигенным счетом. Ну что, поехали рушить. Во. Теперь я его сделал. Так, я в лидерах пока. А что здесь сложного? Берем бомба. Повыше. Вот так вот. И взрываем. Вот и все. Хорошо получилось. Он что-то там экономит. У него тоже, кстати, ребята, пузырь. У него пузырь. Значит, он шарит тему. Терренс, ты мне как тут поможешь? Это, подожди-ка, а куда? А, это вон там появится, да? И вот так он пробьет, в принципе, все. Я рискну. Ох, ёлки-палки. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Подбей ты вот эту вот фигню. Не хочет. Так, что я могу сделать? Могу выкинуть Чака. Давай попробуем. Во. Друзья, у меня шикарно получается. А вот здесь я буду использовать весельчаков. Что это за фигня какая-то получилась, но... Но... Эть, мы его оголили, так скажем, да? Если я, например, подброшу Матильду и выпущу там бомбочку-яйцо, получилось лучше некуда. У него осталось всего две птички, друзья мои. Всего... А, три. Три. Только что он вернул себе серебрянку. Блин, горелый. Хочу, чтобы вот туда упало. Ну ладно, пускай так будет. Ёлки-палки. Все четко. Да-да-да, друзья мои, все четко. Пробьем. И катись отсюда. Друзья, у него осталась всего лишь одна серебряночка. По очкам я лидирую, значит, я одержу тут победу. Так, ну здесь все, наверное, будет легко и просто. Блин. Хотя, подожди. О, ёлки-палки, ничего себе там понеслось, да? Вообще найсово. Вот это получилось найсово. Просто разнес в хламину. Друзья мои, это победа моя. Победа здесь моя. Но у него нет птичек, у меня тоже нету. Ну, по очкам... А, нет, у меня есть птичка-бомб. Я могу воспользоваться своим последним правом на удар. Так сказать, сделать жирную точку в этой победе.
8 247 000. Это не хилый перевес, друзья мои. Согласитесь. Пинг. Два билетика заработал. Так, ну что, пойдемте на компашку нашу основную, потому что мы здесь как бы для пробы сделали. Я просто говорю, что надо делать отдельные серии для вот таких вот PvP-боев, да? Еще там для чего-нибудь. Помимо нашей, как говорится, основной компании. Потому что мы, ну, в данный момент мы проходим компанию сейчас. Естественно, я знаю, что там вы сказали 1200 миссий, это очень много. Но, тем не менее, все равно надо проходить. Открыть. Что мне тут выпадет? Давай глянем. 75 жемчужин. А можно было бы достать и вот это, но не повезло. Так, здесь у нас все сделано. Ну что, пойдемте. Мы все-таки должны с вами добраться сегодня до босса. Попробовать его победить. Сердечко у нас, естественно, осталось мало. По-моему, если не ошибаюсь, 2 штуки. Вот за эти 2 штуки нам нужно с вами успеть. Хулиган, спасибо еще раз. Так, мы с вами на 128 миссии, да, получается, приземлились. Остается всего лишь 2. И уже можно будет заканчивать серию. С заклинаниями у меня вообще совсем-совсем все плохо. Очень плохо, это можно сказать. Поэтому будем сейчас без них как-то пробовать проходить. Но здесь, естественно, ребят, нам поможет наш пузырь. Он крут на самом деле. Очень крут. Поэтому он мне нравится. Офигенный чувак. И тут у нас Матильда выступает. Бамс! Адьюс, амиго. Победа птичек. 5 эпизодов. Смотрим. Как я не люблю. Вот когда вот маленькие где-то там разбросаны по всем вот этим вот территориям. Я сюда бомбану, да? Мы потратим с вами. Да, мы потратим. Но... Ну падай ты! Ты посмотри, а ну он выжил, а? Ну выжил и все. Придется вот так вот сделать. Обалдеть. Так, и вот на этого еще, да, Гаврюшу нам надо будет потратить. Так, он по мне попасть не может, да? Он там что-то в камне где-то застрял. Как-то вот так вот. 3 птички я потратил. Окей, заклинаний нет, не забываем об этом. Сколько у нас там в арсенале? 5, да, всего лишь получается. Здесь, мне кажется, лучше взять Терренса. Просто пролететь. Просто пролететь как-то не получилось. Угу. Если Чак подобьет... А смысл там ему подбивать? Нет. Чак здесь не нужен. Здесь нам нужна серебрянка. Спросишь, почему? Смотри, сейчас что я хочу сделать. А она не сможет, наверное, да, там сделать кульбит. Она врежется. Если она будет так делать, она врежется либо об эти камни... Либо, когда она будет делать подкрут, вырезаться может здесь. Че, 5 придется тратить птичку-великанку? Блин, она тоже, боюсь. Слушай, а как же быть-то тогда? Блин, я даже не знаю. Подпорку. А что мне эта подпорка даст? Она абсолютно ничего не даст. Хотя, если мы вот этот шарик с собой уничтожим, который он там стоит, по идее, это все должно упасть. Да, получилось. И скоро птичку мы еще с вами получим. Уже получили. И это Терренс. И это Терренс. Это хорошо. Смотри. Здесь у нас где-то серебряночка, да? Зависла. А если я это все дело... погоди-ка. Пузырь. Пузырь. Если мы сюда загоним и превратимся... Ну-ка, давай. Во! Во! Офигеть, пузырь, конечно, крут. Вот почему я хотел, ребята, получить пузыря вместо этого бумеранга. Вот бумеранг бы так не сделал, как сейчас сделал пузырь. Оу. Здесь, знаешь что? Здесь нам, наверное, придется все-таки использовать Терренса. Терренса придется нам использовать. Он, конечно, здесь застрянет, наверное, да? Нет, все-таки пробил. Красава, он красава на самом деле. И остается нам подбить вот эту свинку. И это будет легко на самом деле.
Вот так вот. Согласись, изи. Блин, ну вот не могу нарадоваться пузырем. Конечно же, Стелла тоже великолепна, но почему-то вот пузырик мне пока нравится больше всех. Ну что же, мы с тобой переходим на следующий эпизод. Хулиган меня просто задарил подарками, магией и тому подобное. Спасибо ему большое. 129 уровень. Так, Ярослав, Макс и Сатана. Паника короля свиней не для слабаков. А я не слабак, я не боюсь никакой паники. Я сейчас быстренько с ними тут разберусь. Ну, во-первых, возьмем с тобой метельку, раз у нас есть излишки, да? И уточки, потому что уточки мне особо сильно не нужны. А здесь они вообще не пригодятся, потому что тут все закрыто. Ну что ж, давай теперь определяться, как мы будем действовать с тобой. Если я, например, залетаю туда, куда мы... А, вылетаем вон там, да? Эта фигня тут тогда не прокатит. Блин. Слушай, на самом деле какая-то патовая ситуация у нас. А если я вот сюда залечу? Ага. Вот так вот получается, да? Ну, давай вот так с собой сделаем. От безвыходности, ребят, пришлось мне сделать. Так, дальше у нас будет Ред. Ред мне должен помочь вот здесь вот. Во-во-во-во-во-во. Слушай, воу. Но один гаврик все-таки выжил. Если я возьму, например, так, нашу серебрянку, да? Вот она, например, подлетит. Должно, наверное, сработать все-таки здесь. Да. Но потратил я птичек сколько? 3 штуки. Одну, по-моему, вернули мне, да? Здесь большие головы, если мы применим. Ага. Начало неплохое. А если еще и уточек подпречь? Нет, не стоит уточек здесь напрягать. Мы с тобой лучше вот так вот сделаем. Да, лучше мы с тобой сделаем вот так вот. Теперь остается вон того вон. Подбить. Самое плохое, что надо еще попасть, понимаешь? Надо еще попасть, как-то рассчитать эту траекторию. И у меня получилось. И у меня... Все, да? Свиней больше нет? Нету. Переходим с вами на третий эпизод. Здесь у нас раз, два, три, три постройки. Плюс 2 телепорта. Если я это все дело, например, заморожу. Я ничего даже не делал, просто заморозил, друзья. И здесь весельчаки просто разнесут сейчас в хлам этот домик. Да как же так-то? Ну как же вот так вот может быть, чтобы вот ну один сопляк ну выжил, а? Погоди секунду, у нас не один. У нас еще вот тут на шарике, оказывается, сидит. А как мне тогда быть? Пузырем вот здесь вот сделаться? Попробуем. Да иди ты в пень, ты еще выживешь. Это последний у нас эпизод или нет? Какой там последний? Хорошо, пузырик мне вернули. Блин, то придется вот из-за этого вот тратить птичку, чтобы сдуть его, ты понимаешь? Так, у нас есть пузырь. У нас есть пузырь, у нас есть чак, да, по-моему? Офигеть, они тут наделали. У нас есть... А, еще уточки. Давай начнем с уточек. Посмотрим, что они тут нам могут сделать. Так себе. Так себе, если честно. Теперь делаем удар пузырем. И... Давай. Ох, четко-то как там бумкнуло все. И раздавило все-таки этого мелкого свинопаса. Да, друзья, победа птичек с горем пополам. Было очень рискованно. И я на втором месте в лидерах. Ну вот мы и добрались до противного босса-повара. Поехали. Тут мы с вами не можем применять никакой магии. У нас с вами всего 2 сердечка, то есть 2 попытки его ушатать. Слава богу, у меня есть с собой пузырь. И я надеюсь, что у нас тут с вами все хорошо получится. Так, подожди, а что у меня здесь есть? У меня здесь чак. Мне кажется, тут выгоднее брать чака. Ты спросишь, почему? А я тебе отвечу, потому что там мы с тобой должны пробить.
Вместо того, чтобы пробить, он просто-напросто встал тут как подпорка. Ты понимаешь? А, вот, тихо. Ух ты. Блин, ну все равно не то, не то, не то. Блин, не хочу я тратить. Так, Ред, по-моему, по-моему, надо будет тебе здесь немножко вмешаться, ну никак без тебя. Вот так вот. Хорошо. Две птички потеряли, конечно, это нехорошо, но... Ладно. Давай дальше смотреть. Так, здесь, здесь, я не знаю. Можно применить нашего пузыря. Попробуем. Давай, пузырь, скатись. Ну, блин, вот этого чуть-чуть, ребят, не хватило нам, чтобы ушатать. Придется тратить серебрянку. Да куда ж ты? Ладно, хоть так. Хотя бы так. Ну, верните мне птичку. Так, мне вернули серебрянку. Переходим с вами на третий эпизод. Ох, ё-моё, вот не люблю, ребят. Вот я уже говорил, вот эти вот постройки, которые гигантские, просто вот в разнобойку, в разносолку тут сделаны. Я взорвусь, да? Что мне это даст? Вот здесь вот. Много чего даст. Окей. Теперь нам нужно с тобой вот это вот все уничтожить. Но если честно, я-то рассчитывал вот этого тоже храпуна завалить. Вот так вот. Нормуль. Так, пошли дальше. Предпоследний эпизодик, смотрим, кто здесь. Ненавижу вот это вот каменное колесо. У нас всего лишь две птички. То есть, получается, мне надо вот здесь вот взорвать как-то, умудриться Матильдой. Ох, это сложно будет, если честно. Это будет очень сложно. Ну, сделал, но не то, не то, что я хотел. Если я брошу туда бомба. Если я брошу туда бомба, блин, то... Он... Ну, попробуем. Отлично. Переходим на последний эпизод. Кто-то мне сейчас скоро еще достанется, я надеюсь. И нужный, хотелось бы. Босса куда посадят? Сюда вот? Или вот сюда? Сюда, скорее всего. Окей. Смотрим. Если он сюда вот падает, он вылетает отсюда, так? У него колпак слетел, дурачка у этого. Ну, давай тогда мы с тобой толкнем, наверное, слегонцушки здесь, да? Падай, падай, я тебе говорю. Да как ты выжил-то? Ну, ребят, ну это... Во! Вот-вот-вот-вот, давай. И еще разок, пожалуйста, упади туда. Ага, ага, теперь он здесь. Он получает повреждения от того, что он, ребят, вот так вот летает. Теперь я прям прямиком в него сейчас садану нашим чаком. Вот так вот. Пускай еще маленько получит повреждения. У нас, слава богу, еще две птички есть. Так, теперь будем бомбить наши серебрянки. Она очень хорошо может ударить, если... Вот так вот попадет. Но он выстоял. Фух. Да. Заскулил-то как собака. Ну что же, вы меня можете поздравить. Вы увидели, как все хорошо получилось. Я в тройке лидеров. Мне даже самому понравилось, если честно. И, как всегда, бородача тырит яйца и улетает прочь. Наша следующая задача в следующей серии — поймать этого бородача и хорошенько наказать. Главное, поменьше фейлиться, чтобы у нас с вами было достаточно сердечек. Так, он приземляется на 140 уровень. Понятно с ним. Кстати, что это такое? А, это у нас... О, сундук. И выпадает нам птички... Ой, птички. Перья на нашего чака. Окей. Все, можно отсюда выходить. Кстати, сколько у нас с вами бусинок? Может быть, мы можем какую-нибудь шапочку открыть для наших птичек? Я, по-моему, там начал уже какой-то открывать сет. Сейчас посмотрим. Ну-ка, так, 170 у нас этих, да? Экзотика волшебная, редкий. Мы на редком, да? Или на хороших шапках остановились? Ага, вот здесь вот.
Ну, давай тогда мы будем открывать дальше. Это у нас комплект шляп на день рождения, да? Еще и сундук, кстати, здесь есть. Это у нас на кого? На Чака, что ли? Да, это у нас на Чака. Такое мороженое на голове у него. И давай откроем сундук. Вот это. 20. Не хватило немножко, так мы могли бы еще открыть. Всего 90 жемчужин. Сундук, что ли, опять созрел? Ну, давай откроем, посмотрим. И... 100 перышков. Это на кого? А это уже на Стеллу. Ну что, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.